Что лучше, обои под покраску, либо стены под покраску? Я отвечаю так. Теперь пару слов про плитку. Что самое крутое, он у нас сделан по желанию клиента, установили кондиционер General Climate. И сейчас пройдемся по квартире, и я вам расскажу, какие чистовые материалы мы использовали, а также расскажу про их стоимость. Всем привет! Сегодня у нас проект в жилом комплексе Селигер Сити. Это однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра. Наши заказчики живут и работают в другом регионе, поэтому всем процессом, начиная от приемки квартиры от застройщика, заканчивая влажной уборкой, управляла наша команда. Ролик чернового этапа с этого проекта уже на нашем канале, ссылка будет в описании. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. Работы мы начали с разработки интерьера, и спустя 2 недели наш архитектор вместе с заказчиком разработали дизайн-проект. И сейчас пройдемся по квартире, и я вам расскажу, какие чистовые материалы мы использовали, а также расскажу про их стоимость. Давайте начнем с чистовой электрики. В данном проекте мы использовали производителя Legrand. Это серия Valena Allure в бежевом исполнении, для того, чтобы сочеталась вместе с оттенком стен. Всего в проекте 44 розетки и выключателя. И стоимость каждого механизма в районе 300 рублей. Межкомнатные двери от производителя Браво. Материал исполнения Экошпон. Стоимость одного комплекта порядка 6000 рублей. В него входит дверь, ручки, наличники, коробка. В общем, полностью дверь под ключ. Хорошее решение для недорогого ремонта. Добротная дверь. У нас их в проекте 2 штуки. Это в комнату и в санузел. Вы часто спрашиваете, что лучше, обои под покраску, либо стены под покраску. Я отвечаю так. Обои под покраску, они практичнее, а стены под покраску дороже в 2 раза, если мы берем в комплексе стоимость работ и материалов. В данном проекте мы используем обои под покраску от производителя Mir White Pro. Рулон у нас шириной 1 метр и длиной 25 погонных метров. На всю квартиру ушло порядка 9 рулонов. Стоимость одного рулона в районе 2500 рублей. Краску для стен мы использовали производителя Sherwin-Williams. Это американская дорогая краска с хорошей укрываемостью. На всю квартиру ушло порядка 18 литров. И стоимость краски обошлась нам в 19 тысяч рублей. На полу у нас лежит кварц-винил. Использовали клеевой способ монтажа. И что самое крутое, он у нас сделан без порожков. То есть вот комната, коридор, а также кухня, сделано все единым полотном. Производитель у нас Винео. Это серия 400 Wood. Толщина кварц-винила это 2 мм. Размер плашки это 1,20 м на 18 см. Стоимость такого кварц-винила в районе 2000 рублей за квадратный метр. Плюс еще нужен клей специально для ПВХ-плитки. Он будет стоить в районе 400 рублей за квадратный метр. Теперь пару слов про плитку. На фартук мы используем керамическую плитку от производителя LB Ceramics, серия Siena. И вот вы можете видеть, что как будто фартук состоит из таких маленьких квадратиков, тем не менее, плитка имеет размер 20 на 40. И вот она смотрится как будто мозаика. Очень хорошее, стильное, недорогое решение. Эта плитка стоит в районе 800 рублей за квадратный метр. В ванне у нас плитка от аналогичного производителя LB Ceramics, но уже серия Westonwind. В этой серии очень много типа размеров и цветов, поэтому вы сможете подобрать именно ту плитку, которая подходит именно вам. Стоимость от 1000 рублей за квадратный метр. Смотрится достаточно стильно и современно. Теперь пройдемся по чистовой сантехнике. Унитаз у нас подвесной Ideal стандарт Евровид. Он стоит в районе 8000 рублей. Кнопка смыва у нас Рока PL1 Dual Chrome 3000 рублей. Акриловая ванна Церзанит Лорена 170 10000 рублей. Электрический полотенцесушитель Домотерм Classic цена 10000 рублей. Тумба с раковиной Aquanet Clio 11000 рублей. Смеситель Elganza Retro Chrome 4000 рублей. Смеситель на ванну
аналогичного производителя 7000 рублей. Он у нас уже идет с лейкой. Гигиенический душ Lemark Plus, стоимость 6000 рублей. И зеркало-шкаф Акватон Бостон 9000 рублей. По желанию клиента установили кондиционер General Climate. Он стоит порядка 28 тысяч рублей. Очень надежная, хорошая машина. Поэтому, если вы думаете, какой кондиционер поставить, General Climate – это беспроигрышный вариант. Рекомендуем. Теперь самое интересное – это про стоимость данного проекта. Черновые материалы – 302 тысячи рублей. Отделочные материалы – 275 тысяч рублей. Работы под ключ – 495 тысяч рублей. Про сроки. Начиная от приемки квартиры, заканчивая влажной уборкой, нашей команде потребовалось 3 месяца. Все ваши вопросы относительно данного проекта задавайте, пожалуйста, в комментариях или пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал, поставить лайк. Вы нам очень сильно помогаете. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока!